Как вот мы можем узнать, пророк это или лжец? Вот тоже диспут был у нас с протестанты какие-то. Да? Вот как мы, говорит, можем узнать, пророк это или лжец? Мы говорим по плодам, чему он учит. Лжец, он учит обману, он учит нехорошим вещам. Но если человек учит поклоняться единому Богу, да, единому Богу, если он учит благодеять по отношению к родителям, по отношению к старшим, по отношению к младшим, да, по отношению к своим родственникам, братьям и сестрам по вере, к своим ближним, да, если он учит не пить алкоголь, не делать прелюбодеяния, не убивать, не воровать, почему вы говорите это лжец, да? Чему он учит? Он учит с именем Аллаха вещам, которые считаются, которые установлены как благие вещи. То есть плоды этой религии. А плоды, посмотрите, кем были арабы до ислама и кем стали после ислама. Праведниками, да, которые распространили ислам посредством своего высочайшего нрава и поведения по всему миру. Вопрос. Да. Как отличить лжепророка и настоящий пророк? Допустим, он учит добру, он говорит, но имеет в конце какую-то цель, чтобы привлечь себе человека и отобрать у него добро, там, или еще что-то, или жизнь. Вот как таких отличить? Ну, там несколько должно быть степеней, как отличать. Например, вот как вы правильно сказали, цели, итог. Итог его учения, да? Итог его жизни тоже. Вот вы сказали. Например, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он умер. Что у него было из имущества? Он мог бы все взять себе. Он мог бы владеть всем. Там была империя, да? Большие мощные армии мусульман, которые персов и римлян сложили. Он бы мог у себя все иметь. Но он умер, у него в залоге была его кольчуга, это достоверный факт. То есть его кольчуга была в залоге у иудея мединского, у торговца. То есть он жил в долгах. Умар, его последователь, жил в долгах. Абу-Бакр жил в долгах. Сулейман, про которого мы говорили, имел огромное царство. Чем он зарабатывал себе на жизнь? Вы знаете чем? Он плел корзины и продавал на рынке. Сулейман, царь всех земных царей. Он плел корзинки и продавал на рынке. По плодам, то есть, нужен, да? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, наш пророк, он бы мог назвать себя сыном Бога. Он мог бы сказать, что поклоняйтесь мне. Он говорил, поклоняйтесь Богу, Создателю, не мне. Он сказал, не делайте из меня того, кого сделали из Иисуса. Говорите обо мне раб и посланник. То есть смотрим, конечно, по плодам, к чему он призывает. Ну и последнее, можно сказать, что назовите мне хоть одного лжепророка, за которым последовали миллиарды. Человек, да, вот народ, его сложно обмануть. Его сложно обмануть. Ну, можно обмануть временно. Можно обмануть какую-то определенную группу людей. Но, посмотрите, миллиарды следуют за пророком. И по сей день мусульман 1,5 миллиарда в мире. Даже больше, да, по некоторым данным. 1,5 миллиарда в мире. Назовите мне еще лжепророков. После Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, после его ухода из этого мира, после его смерти, вышло более 30 лжепророков в Аравии. То есть арабы из других племен начали называть себя пророками. Кто за ними последовал? Где они? Они остались глубоко в аналах истории. Их забыли. Мы только помним вот, да, по истории ислама. Все, лжепророков больше нет. А за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, следует уже 1500 лет 1,5 миллиарда человек сегодня. А за все это время, да, посмотрите. То есть это нерушимые доводы в пользу
его пророческой миссии.